Приветствую вас, подписчики на канале Asmodee Play. Мы играем Sniper Elite 2 Remastered. И давайте следующую миссию. У нас одиночная кампания. У меня был последний шанс ликвидировать Вольфа на аэродроме в Тиргартене в 18:45. Времени оставалось в обрез. Чтобы остановить Вольфа, нужно было снова отправиться в самое сердце Берлина. Так как весь город лежал в руинах, единственная пригодная точка для стрельбы находилась там, откуда я начал. Мне нужно было попасть к Бранденбургским воротам. Город был объят огнем. Бои не прекращались. Настоящий ад. И где-то в центре огненного шторма эта тварь собиралась сесть в самолет, улететь в безопасное место и увезти с собой в Москву все секреты ракетной программы. Если, конечно, я его не остановлю. Итак, ворота мира. Мне надо убить этого козлищу. Давайте. Как он сказал, последний шанс. Ну-ну. Камень. Вот так. Нет у нас никого. Он еще и шароебиться будет там сюда ходить. Ладно, бам. Ну, убили. А нам за это? Можно здесь через двери выйти? Ну, пожалуйста. Так, я буду обороняться прямо отсюда. Продолжайте искать. Ой-ой-ой. Он где-то прячется. Я знаю, что ты где-то здесь. Так. Окей, я знаю, что вы где-то тут. Я-то вас вижу. Ну-ка. Проверьте окна. На! Хоть бы двоих. Через голову. Во второго. Блин, не получилось, конечно, одной пули двоих. Ну ничего. Давай. Где еще? На! Защитите меня! Продолжайте искать! Шу! Найдите его! Смотрите в оба! Шу! Господи, вся стена изрешечена! Они реально меня хотят убить! Причем очень сильно хотят! Он где-то здесь! Сколько у вас еще осталось? Где-то еще кто-то орет. Меня ищут. Ищите лучше. Точно где-то здесь. Да, конечно, здесь. Вот он я. На. Получил? Получил. Так, мне как надо бежать? Давайте это по карте глянем. Через вот этот дом. Ага, и туда. Хорошо. Так, удар в спину мы чуть не получили. Нет, подожди-ка, ну-ка давай-ка вставай. Так дело не пойдет. Я тут что, зря воевал? Где ты? Вот так, давайте обшарим их. Посмотрим, что можно с них взять. А с них много чего можно взять, так по идее. Но я понял одно. Если есть возможность воевать
Винтовкой воюйте, патроны для винтовки вы всегда найдете. Видите? Патроны нашел. И старайтесь воевать тем оружием, которого больше. Чтоб патроны были. ППШ, ППШ. Сколько еще? 72. 71 патрон. Опа. Меня кто-то. Конечно, не приятель. Бамк. За ним кто-то шел, нет? Кто за ним шел? Только что же одного сбил. Куда ты лезешь-то? Следующий. Ой-ой. Бунк. Точно. Точно. Вот не надо было ему высовываться. Еще один вот здесь вот где-то был. Давай, покажись. Покажись. Или вы как-то в обход идете? Блин, ты так и будешь там все кутить, скотина. Тихо, тихо. Почти завалили. Почти завалили. Ну-ка, давайте-ка поднимемся. Наверх. Вот здесь там мы. Не знаю, кого-то можем встретить, нет? Где вы? Ну, что-то не вижу вас. Не вижу. Здесь что? Оу. Кидаю гранату. Ищи пилот. Вот так. Кидаю гранату. Кинул гранату. Конечно, убит. Я его только что убил. Где я могу быть? Ну-ка, давайте-ка посмотрим вместе, где я могу быть. И кидаю камень. Найдите его. Найдите его. Где-то. Найдите. Найду сейчас, подожди только. Подожди. Подожди, подожди, подожди. Да где ты, тварь? Ушел вниз. Бля, только в дом не зайдите. Не хватало вас здесь у меня еще. Ищите лучше. Давай. Мы нашли тело. Он где-то здесь. Надеюсь, успел. Затишье. Ладно, буду считать. У нас потери. Ищите лучше. Блин. Вон он. Давай. Еще раз. Мина. Найдите его. Мина. Мы здесь не они. Да твою мать. Давай, 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 где ты?
Ой-ой-ой. Вот так. Так, где тут был труп-то? Вон он. Сейчас обыщем. Так, ищем, ищем. Куда уж лучше-то? Заходим в дом. Давайте, я надеюсь, вы отсюда все вышли. Блин. Второй этаж. Идем. Никого. Вот сюда. Никого. Какая прелесть. Мне нравится. Опаньки. А вот сюда и надо было. Как мешок с говном плюхнулся, правда. Давайте-ка осмотримся. Снайперы. Ну, не вижу пока. Не вижу. Успел подвыть по шуму бомбежки-то. Давай. Успел. Успел. Так, дальше куда мне? По этому зданию. О, по улице. Так, я как понимаю, мне вот сюда. Ой. Давайте-ка посмотрим. Не может быть все так просто. Кто-то здесь должен обитать. Так, еще кто-то. Танк. Надеюсь, не рабочий. Ну, начинать надо с чего-то. Вот с этого. Вон. Вот так вот. В голову. И вот этот. Убить его! Успел. Успел. Еще отвернулся так, как будто знал, как пощечина. Ай-яй-яй. Ой, это танк. Блин, это был танк. Ладно. Первого там сейчас сразу гасанем. В голову. Не моргнув и глазом. Теперь перебежим сюда. Что у нас здесь? Ну, кусочек золота. Смотрим. Блин. На. Неприятель. Еще какой приятель? Только из танка не стреляйте. Танк меня пока не видит, это хорошо. Меня подстрелили. Снайпера пока нету, и то ладно. Так. Мне с танком что сделать-то? Он меня пока не видит, я его пока не вижу. Так и живем дружно. А это он в меня стрелит. И все, и нету нашей дружбы. Так же, как и меня. Не вижу. А, вон он. Где ты? Не вижу. Опять ушел.
дабы мне... Вот сюда. Блин, сбоку. Давай-ка перебежками. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. На. Танк один взорвали. Это уже хорошо. Где ты? Дед, ну я не вижу. Вижу, что где-то там есть. Но я не вижу где. Блин, индикатор только показан. Ай-яй-яй-яй. Причем... Блин. Головы не дают поднять. Вот что делать? Давай, покажись. Ну, быстрее. Вот так вот. С одной стороны мы хотя бы себе обеспечили. Ай-яй-яй. Где ты? Я где-то здесь. В смысле убить гада? Вот я-то вам ничего не сделал. Вы еще живы. Где? Где ты меня нашел? Где ты меня нашел? Так. Смогу пробраться-то? Давайте. Смог. Так, теперь я в подъезде. Ай-яй-яй. Ай-яй-яй. Да как вас попасть-то нахрен? Надеюсь, ты сдох. Блин. Проблематично, да. Вот здесь вот он где-то падал. Вот он. Иногда только мелькает. Давай. Покажись еще. Еще. Еще покажись. Блин, блинский. Опять я там. Гады перемещаются. Пополучил, все. Так, еще одного вывели из строя. На. Блин, вот жал. Вот почему у вас нету, как это, у камикадзе гранаты? Там во все пузо. Почему я должен за вами такую охоту и пристальную вести? Тут нету крышечки, чтобы взорвать. Золото, да, кусочек? Золото кусочек. Давайте дальше смотреть. Опа. Ну это от винтовки. Где ты? Не вижу. Так.
получилось? Блин. Как вас... Как мне от тебя? Как вот тебя? Вот стоишь ты. Я тебя вижу. Где у тебя слабое место? Какую точку тебе надо захреначить? Не пойму. Так, а мне же еще надо для ППШ собирать патроны. А я знаю, что ты дееспособен. Ой. Так. Попал. Надеюсь, я вперед, чем он. Он поди не успел выстрелить. Вот. Заметьте, какой он подлый. Еще где-то. На этот раз где? Ловля на живца начинается. Город проснулся. Или кто? Город заснул, мафия проснулась. На! Сколько вас? Со всех трех сторон еще сзади. И все осталось. Что, еще не все? Так, откуда ты стреляешь? Вон он, из окошка. Из окошка был. Снайперов много, да. Против меня выставлено. Бойцы, снайпера, сейчас еще и танки. Вот как мне с собой быть? В укрытие. Какое тебе укрытие? Конечно. А вы меня не атакуете? Вы меня не атакуете разве? Вот так. Ох, ты смотрите, для ППШ как я собрал хорошо. А танк стоит. Ух. Вот так и стой, никуда не ходи. Нормально. Два магазина. Боезапас. Но я так и понял, что больше двух магазинов не возьмешь. Ну хоть растяжки, все эти гранаты и тому подобное понабрали. Итак, куда мы? Вот сюда, куда-то надо. Смотрим по карте. Вот в это здание, которое сбоку. Ну ладно, идем. Трупик. Трупик, ой. Я хоть точно туда иду. Так, падла хочет убежать. Мои действия. Попасть в крышечку бензобака. Забраться на самый верх. Ага. Ладно. Надеюсь, время у меня пока позволяет. Так. Куда тут еще-то? Сюда. 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 Где ты? Где залазит-то? Сюда залазить. Еще. Ага, она только с винтовки бьется. Ладно.
Ну. Ну за вас. Задача выполнена. Так. Пометьте, помешать Вольфу сбежать. Попал. Ну, в голову-то кто-то водитель или Вольф. Кому-то одному из двух-то досталось. А, это Вольф и есть. Ну, я ему в голову вообще-то целил. Ну ладно, пусть будет так. Хорошая авария. Моя работа. Старался. Похлопаем. Битва за Берлин закончилась в 8:23 на следующее утро, 2 мая 1945 года, когда комендант Берлина генерал Вейдлинг подписал капитуляцию и сдался генералу Красной Армии Чуйкову. Через несколько дней война закончилась. Но уже начиналась новая война. Холодная война. Это я и войну остановил. Ее первым солдатом. Я остановил эту войну. Так, я как понимаю, игра пройдена. Ну что ж, да, было интересно. Было занимательно. Ну что ж, будем продолжать. Вы оставляйте свои комментарии. Подписывайтесь на мой канал. Ставьте лайки. Да. Пока. Увидимся в следующей игре. Кстати, следующая игра вас может удивить.